наш третий день в Амстердаме. Мы сегодня утром, благодаря, как всегда, Мари, нашли автобус Хопон-Хопов, который повезет нас по пригородам Амстердама. И сегодня, кстати, последний день, поэтому мы успеем заскочить в последний автобус, не вагон. Сейчас мы бежим есть омлет в какое-то специализированное кафе. Сейчас посмотрим, как там. Увидели вчера случайно во время экскурсии недалеко от центрального вокзала. Омлет был восхитительный, ребята, восхитительный. 8,90 за просто огромную порцию. Это прям восторг. И 3,90 стоил свежевыжатый сок большой, причем он был очень вкусный, такой кисленький. Поэтому на завтраке советую это место. Оно работает, по-моему, с 7 утра до 5 часов вечера, представляете? Кажется, здесь можно очень хорошо поесть. В этом году автобус отправлялся каждый день с 22 марта по 30 сентября, поэтому в следующем году, смотрите. Этот автобус, он, наверное, работает до конца сентября, поэтому если вы в следующем году планируете посещение, то имейте в виду, что билеты можно купить онлайн, потом нужно скачать приложение, и, собственно, там есть информация о тех деревушках, которые в программе. Лучше приходить на первый или второй автобус, потому что если вы будете отправляться уже где-то в 12 часов, то, возможно, ну, вы можете не успеть посетить какие-то из точек маршрута. Вот. И билет вы покупаете, вам придет копия в формате PDF этих билетов, вы их скачаете, можно даже на телефон, и обязательно приходите на место встречи. Место встречи рядом с Holland Experience. Это как раз-таки там, рядом с музеем кинематографа. То есть вам нужно будет от центральной станции переплыть канал на бесплатном пароме. Вот, они ходят очень часто, поэтому не переживайте. И потом зайти сюда внутрь, в Holland Experience, и на стойке Хопон-Хопов вам нужно будет пройти чек-ин, то есть зарегистрироваться, вам здесь все объяснят. Ну и, собственно, вот мы сейчас сидим, ждем наш автобус. Как проходит наше планирование? Хорошо. Весело, да, Мария? Потому что мы едем в этот тур. 10 мельниц за 5 минут. 10 мельниц за 5 минут. И у нас еще по карте Амстердама можно пройти бесплатно вот в эти музеи. Поэтому планирование очень важная вещь. И благодаря Марине у нас все получается. Какая-то невероятная булочная. Здесь такой аромат корицы. Просто что-то с чем-то. Музей часов. Очень интересно, особенно если вам эта тема интересна. Это я на втором этаже. Кстати, у нас был вход бесплатный по карте Амстердама. Вот. Это первый магазин вот этой фирмы Альберт Хайн. Сейчас это крупная сеть супермаркетов по всей Голландии. Thank you.
кстати, вход тоже бесплатный, видите, надо сюда смотреть. А, Амстердам карт. А так билет стоит 5 евро. И это лесопилка, ребята. Я никогда не думала, что мельницы используют еще для пиления леса. В общем, нам очень понравились вторая и третья мельницы тем, что там, во-первых, не так много людей, а во-вторых, третья вообще, мы в полном восторге, потому что никогда не думали, что на мельнице может быть лесопилка. И, как оказалось, там очень милые мужчины работают. И один нам помог сделать совместные фотографии, а второй, уже такой в годах, рассказал нам вообще о том, как работает эта мельница. И представляете, они даже не используют свой труд, то есть физический, а все делает ветер, благодаря тем механизмам, которые были созданы. Это вообще мега круто. И, как оказалось, эта мельница не создана для туристов. Это реальное предприятие. Они делают доски для реставраторов, да? Для реставрационных работ, а также, например, для балки, для напоя... для полов, вот. Поэтому, если вы здесь будете, прям вот лесопилка очень интересная. Но вот в четвертую мельницу мы уже не успели, сейчас бежим, если успеем, зайдем. Может, очки посмотрим? Если нет, поедем в Эдем. В общем, на эту деревню надо закладывать минимум 2 часа, прям минимум 2 часа, лучше 3, чтобы все успеть, все увидеть. Ну а мы едем дальше, когда мосты опустят. В общем, подробности нашего приключения с автобусом Хопон-Хопон. Мы думали, что они ходят постоянно, то есть каждые 45 минут. Но, как оказалось, мы на один опоздали. Потом смотрим по приложению, там можно смотреть, когда автобус отправился из Амстердама, ну или с той точки, которая вам интересна. А он все не отправляется, не отправляется. В итоге Марина позвонила им, а они говорят, он приедет через 40 минут. И мы поняли, что, скорее всего, у них есть какой-то обед. Но, в общем, не каждые 45 минут, поэтому имейте в виду. Мы приехали в Эдем, город моего любимого сыра. Сейчас пойдем смотреть. Может быть, дегустировать. Не знаю, что здесь в программе у местных организаторов.
Эдам – город моего любимого сыра. Помните, в 90-е на прилавках магазинов появились бордового цвета круглые, как шар, головы сыра? Это Эдам. Город – чудо, сказка. С июля по август каждую среду на главной площади города проходит рынок сыра. Судя по фото, мероприятие заслуживает внимания. Сам город тихий, камерный. Кажется, что его не затронула модернизация последних веков. И замечу, туристов нет. Это музей сыра, который по понедельникам не работает. Ну ладно, пойдем дальше. Мы приехали в Олендан, город селедки. Вышли из автобуса и сразу поняли, что мы на верном пути. Прям такой аромат рыбки стоит, слабосоленый. Сейчас пойдем где-нибудь пробовать. Волендам – это рыбацкая деревушка. Стала знаменита в 19 веке благодаря художникам. Они создали здесь свое международное сообщество. Сам город туристический. Вдоль променада одни сувенирные лавки и рестораны. Очередной бутер с селедкой. Лук они, конечно, здесь вообще не жалеют. Вы видите позади меня магазины, впереди меня магазины, а вы их не видите. Ну, в общем, город знаменит среди путешественников. И кажется, что это какие-то декорации, типа в каком-нибудь парке аттракционов. Тоже посмотрели. Симпатично. Поедем, наверное, дальше. Волендам советую посетить городской музей. Он славится коллекцией знаменитого в Нидерландах волендамского костюма. Здесь вы увидите и праздничные комплекты, комплекты для повседневной носки, траурные. И здесь же в музее есть удивительная мозаика, которую создали волендамские художники из 11 тысяч этикеток от сигар. Они начали создавать ее в 1947 году. Ну, в общем, экскурсия по сыроварне, это, конечно, очень громко сказано. Так, как сказать, имитация. Но презентация продукта. Презентация продукта, вот, правильно Марина сказала. Поэтому эти сыры мы, конечно, проверим, но мы больше чем уверены, их можно купить дешевле, чем здесь, просто в том супермаркете. Какие они малыши, смотрите, вдалеке. Вывод. Это очень классный маркетинговый ход этой фабрики по производству сыра. Привозить людей якобы на экскурсии, но на самом деле это реально, правильно Марина сказала, демонстрация товара очень грамотно выстроена. Поэтому, ну вот, если вы были на думаете, что здесь так же? Вас даже коровам не пустят. Будете из-за стекла на них смотреть, как... Помните, был проект «Большой брат»? Вот, бедный коров. И последний пункт нашей программы – это средневековая деревушка Моникендам на берегу озера Эйсельмер. Славится рыбалкой, судоходством и коптильными. Сегодня здесь пара улочек с кукольными домами. Мы с Мариной были практически наедине. Туристов здесь нет.
Всем привет! Наше путешествие по городам рядом с Амстердамом подошло к концу. Я надеюсь, что это видео вам понравилось, поэтому жду ваши лайки и комментарии. Тем более, если вы ездили в этот тур, то делитесь вашими впечатлениями, понравилось, не понравилось. От себя скажу, что мы с Мариной остались довольны. Особенно ценой 28 евро для такого тура. Это очень приемлемая цена, мне кажется, арендовать машину стоило бы дороже, плюс нужно было заморачиваться с бензином, парковками и так далее, поэтому если вы так же, как и я, не любите водить машину, то это решение для вас, тем более если вы приехали в Амстердам на 4 и более дней, один день можно посвятить этому туру. Как вы уже поняли, в тур входят 4 города и 1 сыроварня. Вот города я бы советовала посетить все, без исключения, а вот сыроварню я бы на нее не поехала. Ну, подобную дегустацию вы можете найти в магазине в центре города этого бренда. А на города выделить побольше времени, потому что они действительно очень классные. Что еще хорошо в этом туре? У него есть приложение, и, во-первых, в приложении вы можете отслеживать, где находятся автобусы, и таким образом подгадывать, когда вам нужно подойти на остановку, чтобы поехать на следующую экскурсию. То есть остановка всегда находится в том же месте, где вы вышли из автобуса, а там же вы и садитесь в следующий. И там же в приложении есть аудиогид на русском языке, поэтому это очень удобно. Вот, поэтому будете в Амстердаме, знайте, что есть такой тур. Как я уже говорила, в прошлом году он был с марта по сентябрь, в этом году неизвестно. Ну, в общем-то, в следующие годы перепроверяйте доступность и путешествуйте. Если будете, потом делитесь вашими впечатлениями, что понравилось, что не понравилось. Ну, а я вас обнимаю, всем пока и до скорых встреч в новых видео.